Есть на Волге город с песенной душой. Пел Муслим Магомаев про Тольятти. И пел не зря. 6 августа из автомобиля «Града» в Ульяновск прибудет не очередная партия «Жигулей», а молодежный русский оркестр. Студенческий коллектив, собранный при поддержке фонда президентских грантов, уже посетил с концертами «Самару» и «Жигулевск». Их аудитория – это, ну, как правило, экзаменационная комиссия, какие-то, может быть, небольшие залы. А вот выступление в составе такого большого состава оркестра перед огромной аудиторией, я думаю, что для них этот опыт будет впервые. Музыканты учат несколько композиций в год. Подготовка к концерту куда серьезнее. 35 молодых дарований за 10 дней должны отрепетировать 20 произведений для оркестра, 25 для ансамбля и столько же сольных. Таким образом, мы показали все возможности оркестра, жанровые возможности, от классики до джаза, до фольк-рока. Что поделать, непрофессионал. За настоящей же музыкой приходите 6 августа в усадьбу семьи Ульяновых. Вячеслав Новожилов, Олег Тимонин, репортер 73.